Меня зовут Галина, город Верещагино. Пить продукцию это меня позвала наш врач, Ткаченко Людмила Ивановна. У меня большие успехи. У меня были проблемы с сердцем. Были проблемы с кишечником. Были проблемы у меня варикоз. Это у меня все ушло. В сердце у меня было скопление жидкости. Был выброс крови неправильный. Через полтора года у меня это все ушло. Сейчас я бы даже хочу сказать про своего мальчика. Я его сюда привезла, мальчишке 15 лет. Ребенку какие бы вы лекарства не покупали, это у меня приемный ребенок. Ничего не было. Ни памяти. Был на уроках, постоянно спал, была постоянно слабость. Вышли мы на этот продукт, растерей. Ребенок через 2 недели стал нормально в школе себя чувствовать, стал успевать, стал учиться на 4,5. Благодаря этому растерей. И всем этим продуктам.